Приветствую всех на своем канале, я Алина. Сегодня покажу вам простые упражнения, которые помогут снять напряжение с орбитальной зоны, со лба, поднять брови вверх, разгладить морщины на лбу и разгладить морщину, которая закладывается между бровей. Это простые упражнения, я покажу, как я их делаю. И хочу сказать, что результат просто невероятный. Я потом приложу фотографии, как было у меня до того, как я стала применять упражнения, как вот стало сейчас. Итак, чтобы расслабить орбитальную эту мышцу, мышцу вокруг глаза, а также снять отеки, которые часто бывают по утрам, я делаю так. Кладу пальчики на глаза, прижимаю, плотно прижимаю, создавая сопротивление, и сщуриваю, сжимаю круговую мышцу глаза. Делаю так 10 раз, потом напрягаю эту мышцу и держу на счет до 30 счетов. Итак, показываю, как это делать. Плотно прижимаю и напрягаю мышцу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Напрягаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отпускаю. Чтобы расслабить эту мышцу, нужно часто поморгать. Моргать, поморгать, поморгать, поморгать. И можно сделать упражнение из гимнастики для зрения. Такие квадраты. Верхний правый угол, нижний правый. Нижний левый, верхний левый. И вот так несколько раз пройти в одну сторону и в другую. Еще раз немножко поморгать. И вот такие вибрирующие движения сделать по кругу. Все, расслабили. Теперь упражнение на вот эти гусиные лапки, чтобы контролировать при улыбании, чтобы при улыбке они не сжимались, вот эти мышцы здесь не создавали нам гусиные лапки. Ставлю пальчики, вот так можно даже поставить, зажимаю эту зону и сщуриваю глазки. Раз, два, делаю сопротивление. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Зажимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отпускаю. Также делаю вибрирующие, расслабляющие такие движения. Все. Можно немножко легкими такими поглаживающими движениями немножко расслабить эту область. Теперь поработаем вот с этой зоной, с процерусом, с морщинкой гордецов. Ставлю здесь пальчики, растягиваю кожу и начинаю напрягать вот эту область. Сжимать ее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Напрягаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабляю и делаю такие вот движения, чтобы расслабить эти мышцы. Поделала. Теперь надо поднять брови вверх. Ставлю два пальца над бровями, опускаю брови вниз, вот так, как бы делаю такое усилие, плотно прижимаю пальчики и поднимаю брови вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Напрягаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, расслабили. Теперь нужно расслабить эту область. После этого упражнения, что я делаю для расслабления мышц лба? Вот так. Опираюсь локтем о стол. Ставлю вот сюда, основание ладошки, весь вес головы на ладошке. Жду, когда там между ладошкой и лбом такое увлажнение появится. И вот под весом, собственным весом,
голова начинает сползать вниз, а кулачок двигается вверх. Это медленно происходит. Смазывать ничем не надо это место, должно появиться естественное увлажнение. И доходим до самых волос. Так, провели. Теперь ставим также кулачки вот сюда, над бровями. Делаем то же самое. Ждем, пока появится увлажнение. И движемся в сторону волос. Так, хорошо. И в области висков также ставим ручки. Расслабляем мышцы шеи. Ждем, когда появится увлажнение. И вот естественно, как оно само ползет, так и движемся, не ускоряем специально, не напрягаем шею. Хорошо. Такой прием можно повторить несколько раз. Особенно в области висков. Раза три хорошо так пройтись, потому что на этой части зоны держится все наше лицо. Когда эти мышцы приподняты, расслаблены, здесь тоже все подтягивается. Пользуемся результатом. Такие упражнения можно повторять в течение дня. Если чувствуете, что напрягается мышца, сокращающая глаз, и опускаются снова брови, можно снова сделать эти упражнения силовые, и брови становятся на место. Это очень хорошая техника, методика. Посмотрите, вот здесь вот нету никакого нависшего века. У меня было нависшее веко. Стрелочку можно ровно прорисовать, ничего не мешает. Когда улыбаешься, тут вот глаза, в принципе, вот участвуют в улыбке. Но морщины вот так не собираются под глазами. Попробуйте применить такую технику. Я вот сейчас еще ставлю фотографии свои, как у меня было до того. Какие были опущенные брови, какое было нависшее веко. Насколько это вот эти упражнения помогли мне раскрыть взгляд, поднять брови. Я очень довольна сейчас этим результатом. А то я уже подумывала, как бы не обратиться мне к пластическому хирургу, чтобы эндоскопически поднять брови вверх. Но, к счастью, я нашла способ это сделать безоперационно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всего вам доброго, до новых встреч!